Доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, настало время бонусной главы, которая, я надеюсь, даст нам ответы на выбор, который совершил я в основной главе. Бонусная глава. Игра. Всем приятного просмотра. Выбираем эксперт. Вполне меня устроил. Очень все грамотно сделано. Я был детективом несколько лет назад и помогал ему с его расследованиями. Недавно он передал мне очень необычное дело, которое может интересовать вас. Крайне интересно, друзья. То есть единственное связующее звено между основной главой является рассказ, то есть даже не персонаж, а рассказ нашего детектива. Опять же, отсылка на Диккенса, опять же, Скрудж, возможно, Эбенезер Скрудж, известный скряга, который послужил прообразу известному Скруджу, написанному и придуманному Карлом Барксом. Да, детектив, несколько дней призраки преследуют меня. Они требуют от меня делать странные вещи. Я не открываю двери незнакомым людям, поэтому приложил код звонка к этому письму. Ну, это характерно в духе, вы знаете, каких-то сказочных историй. В духе сказочных историй, которыми известна вот студия Forfun Games, опять же, не будем далеко ходить. Живые легенды, отсылки на многие сказки идут. Потом мост в другой мир, опять же, отсылки на различные сказки. Ну вот, я не знаю, насколько это хороший выбор. Вот с точки зрения связи с сюжетом, вот как-то вот немножко я расстроился, наверное, даже. Я как-то ждал что угодно, какую-то там, знаете, опять драматическую историю. Вот, каких-то ответов на зачем я вообще этот выбор делал. То есть фактически получается, что мой выбор — это чисто была условно-моральная дилемма. Скрудж отменил Рождество для своих рабочих. Ну, короче, понятно, Эбенезер Скрудж, известный скряга, о чем, в принципе, я и подозревал. То есть, ну опять же, обставлено немножко не в сказочной манере, а в более серьезной, но за основу послужило, опять же, художественное произведение. Слишком острый... Так, колокольчик был здесь. Подождите, а тут есть колокольчик. Колокола нету. Не время уезжать. Опять где-то кататься будем. Так, а что я не сделал? Подождите. Пинцетом... Заметили, даже анимации не было. Ой, халтурщики. Ой, мать его, халтурщики. Просто не анимация. Ёпарасоте. Это как будто, знаете, вот в сцене поиска. Нету анимации того, что там я одел перчатку, потянул, расчистил ветки как-то. Ах вы ж засранцы, как можно так засерить, блин. Ай. Друзья, ну вы все понимаете. За первую часть реально девятку можно поставить, а пока что я вижу тут, блин, кошмар. Good evening, I'm Nigel, Mr. Scrooge's personal assistant. He's not feeling well at the moment. I'm afraid he's going a bit mad. Добрый вечер. Я Найджел, личный помощник мистера Скруджа. Ну, по физиономии такой же скряга, такой-то, знаете, такой вот вечно недовольный жизнью. На данный момент он плохо себя чувствует. Я боюсь, что он немного сошел с ума. Если вы хотите поговорить с ним, вы должны поспешить. Он принял успокаивающее средство и заперся в своей комнате. Так. Здесь нет костяшек домино, как интересно. Грозбухск. Скрудж, это я, слушайте, немножко икать начал, или мне кажется. Придется паузу, может, делать.
Подождите, подождите. Спички, трость. Монеты, галстук. Подождите. Счет и медаль. Но это медаль, а где основа? Так, монетки. Счеты. Come to help me? Thank goodness! I've done everything the ghost has asked, but it's still after me. He orders me to sign documents and put them in a special place. Давайте, друзья, поиграем немножко в Нострадамуса. Попробую предположить мораль этой истории. Скорее всего, кто-то его разыгрывает, то есть, возможно, даже его помощник является соучастником, но это не точно. Смысл именно в том, что подписывает он какие-то документы, чтобы кому-то что-то отдать, какому-то законному наследнику, ну, неважно, в общем, какую-то вещь, которую он получил не очень честным путем. И в конце, когда правда вскроется, этот скряга не извлечет, скорее всего, урока, а останется самим собой. Вот, думаю, мораль именно такая, что... Некоторые плохие люди, что ты не делай и как ни пытайся их изменить, они не меняются. Вы приехали мне помочь? Слава богу, я сделал все, что просил призрак. Он приказал мне подписать документы и поместить их в особое место. Disappear, and the ghost leaves me gifts in exchange. I swear this is the truth. I'm not mad. Bring the last document down to the table and see for yourself. Документы исчезли, а вместо них призрак оставил мне подарки. Клянусь, это правда, я не сумасшедший. Посмотрите последний документ и убедитесь сами. Вексель Скруджа. Вексель. Я, директор Скрудж, подарю все свое имущество предъявителю этого документа. Кто-то по-крупному решил сыграть. Короче, проучить скрягу. Да. Нормальный ход. Ход конем называется. Так, тоже нету? Нет, здесь есть... Напротив, кто-то присутствует у статуэтки чего-то. Это шотланд, скорее всего, который небо держит. Кипяток. У меня нет желания обжечься. Бумагу не будем чистить? Ну, как хочешь. Что здесь? Какой скупой. Даже ручка у шкафа отсутствует. Ворона нету. Помазочек. Может окунуть, чтобы тепленько было? Нет. А если мы сюда пустую коробочку поместим? Поместим, блин. Так, ну, вроде бы тут все. Вот здесь, кстати, более классический геймплей, я вижу, если честно. Да, призрака нету здесь. Это, опять же, по-моему, очевидно весьма. Так. Слишком высоко. Дом выглядит заброшенным, а мне надо именно туда. Коробочка, пум, грязная бумага, ложка. Вроде бы делать нечего. Что же тогда делать? Без специального предмета с лицом. Звезды нету. Документ. Награда за послушание. Так, это одна из книг. Так, про кнопки мы пока ничего не знаем, а книжку поставим на место. Взяли ручку. Ручка у него в комнате.
Так, что тут еще? Нужна коробочка для мела. Измельчить этот мел. Ну и по мазкам потом где-то помазать, да? Так, здесь ничего. Вряд ли это, вряд ли это. Как мне взять этот отпечаток? Грязный. Друзья, прошу извинить, что-то тут случилось. Вот, пришлось... Технические какие-то неполадки. Хорошо, что сейв не полетел. Ну, может быть, чуть-чуть маленький кусочек записи пропал. Но, в принципе, что я тут сделал? Шкатулку... Подождите. Я же шкатулку эту должен был открыть, нет? Подождите. Подождите, подождите. А что случилось? Я вышел? А, вот здесь что-то. Да-да-да-да-да-да-да. Как-то странно просто навелось. Металлическая пластина прикручена, паук выскочил из-за нее и побежал. И у меня осталась только ложка и сачок. Что, мне паука искать надо или что? Да, ложка только, походу, осталась. А как так? Блин, все вот это вот сбило, блин, весь этот. Ох, не люблю такие моменты. Сачок, да вряд ли тут сачок где-то нужен. Слушайте, может лестницу сачком попытаться достать? Как-то это глупо, конечно, но... Почему бы и нет? Почему бы да и нет? Неправильно. Сачок и ложка. То есть я все делал правильно. Откручивал. Откручивал, осталась какая-то коробочка, и здесь... Паук какой-то выбежал. Паук был, анимация, по-моему. А потом суп с котом случился. У меня осталась только ложка. Может быть, мне отсюда взять? Блин, там что-то было. Даже не видно было. Ох, как это интересно. Так, это стеклорез. Гаечный ключ. Паук может быть ядовитым. Я должен попытаться его как-то поймать. Так, паук в топку. Улика паук. Отпечаток пальца. Идем сюда. Открываем, смотрим. Зонтик. Зонтик, очевидно, нужен для того, чтобы подтянуть лестницу. Труба затряслась. Ну да, странно, кстати. Я так понимаю, надо похожие найти, да? Они как-то зеркально похожи будут, скорее всего. И еще разочек. И еще разочек. Нет, хватит двух раз. Что это за устройство? Устройство, которое прослушивает, нет? Здесь костяшек домино нету. Удивительно. На этот замок нужна отмычка. Ни одного предмета нету у меня, друзья. Что это я взял такое? Странное устройство. Создайте систему, которая одновременно соединяет все противоположные мнемонические трубки. Ну, смысл понятен. Они не вращаются, да? А задачка-то непростая на самом деле. Чтобы кто про это не говорил. Я думаю, будет именно так это работать.
Что это? Капсула. Вексель Скруджа. Я, директор Скрудж, соглашаюсь на обналичивание любой суммы денег предъявителю этого векселя. Короче, какой-то шарлатан. Так. Хороший вид на спальню Скруджа, и это очень странно. Так, знаете, просто зашторивать надо окошки иногда. И даже кто будет пользоваться условно, знаете, есть приборы, но они уже немножко устарели, но раньше, допустим, по вибрации стекла можно было послушать, что говорит собеседник в комнате. Просто зашторьте, и вас никто не услышит. Призрак? Не призрак. Человек. Логично. Для меня это логично. То есть наше первое предположение, что это не призрак, никакой мистики нету, было абсолютно верным. Так, фотошар, таблетки. Yes, I know them. They're my employees, Nigel and Theodore. Да, я знаю их. Это мои сотрудники, Найджел и Теодор. Их адреса в моей книге на первом этаже. Набор макияжа. Ключ Гроссбуха. Угу. И опять 25. Пенсне и перо. Перо как будто бы я видел. Вот оно. Кольцо с лицом. Вот и ключик. Прикольно, слушайте, двойная защита. Хороший такой замочек. Ричард, ну, короче, не важно кто. Нам надо просто сопоставить. А нет, важно кто. Найджел Тейлор и Теодор, он говорил. Я даже фотографии смотреть не буду. Так, адрес на месте. Вроде бы нам тут больше ничего не понадобится. Отправляемся. И даже здесь, видите, они сэкономили на анимации. Может быть, здесь, да, можно как-то выбирать. Возможно, если последовательность важна, то это немножко интереснее. То есть, знаете, вот играя сейчас, мне кажется, что вижу я. То есть, кто-то доработал хорошо. То есть, ну вот, то, что было запланировано, как минимум сделано. А кто-то не доработал. Видите, я могу посетить сразу несколько локаций. Я играю, смотрите, на эксперте, обратите внимание. У меня сверкает все. Домино не на каждой локации. Вопрос, почему? Короче, вопросы у меня очень большие к авторам игры. Блин, я даже немножко, честно, расстроился. Слишком хорош был... Слишком хороша была основная глава и слишком пока халтурно сделана. Халтурно на фоне основной главы. Так-то, в принципе, она неплохо смотрится. То есть тут есть интересные моменты, есть плюсы, но планку-то вы сами подняли. Не я это делал. Так, и льва второго, кстати. Ага, льва второй здесь. Попугай тут. То есть вот обратите внимание, в этой главе...
очень много моментов технических опущено. То есть реально как будто бы не было времени до допиливания контента. Нету многих анимаций. Нету правильных переходов, которые были в основной главе. Проблемы со звуком. Обратите внимание, я выбираю что-то. Тишина. Так тоже быть не должно. Потом опять вот это вот условно сцена поиска или головоломка, неважно что, я не выбирал, чтобы у меня все сверкало. У меня не должно ничего сверкать. Что это такое? Сигара какая-то, по-моему. Нет? Так, волшебная палочка. Рождество — обычный рабочий день мистера Скруджа. Отдай наши деньги, скряга. Предметов дали много. То есть, понимаете, много локаций. Интересно за этим наблюдать. То есть, кто вот любит, как я, походить. Это все здорово. Но, мать его, ну не так все равно. Ну технические проблемы бросаются в глаза. Могу постучать в дверь, молоточка нету, да? Этот бочонок сломан, его можно использовать только как дрова. Слушайте, а это не отсюда случаем? Тут типа две мешочка для бомб, нет? Так, что я тут пропустил? Как дрова, да? То есть у меня ничего нет. Что дальше? Не могу постучать в двери. Как избавиться от цепей? Обратите внимание, первая основная глава, точнее дверной молоток. Почему взять нельзя нож ржавый? Как избавиться от цепей? Тут только два момента спорных. Да, только два. Хорошо. Заходим. Сколько там еще осталось локаций? Еще-то две локации всего лишь осталось. Наждачка. Возвращаемся сюда. Делаем острым ножик. Идем сюда. Подходим сюда. Молоток. Вот, сейчас они, видите, вот где-то анимация есть, где-то анимации нету. Ледоруб. У нас есть место. Здесь-то холодно, почему не горит костер? Там надо разрубить дрова. У нас с дровами что-то было. I'm sorry. I can't talk to you now. My daughter is ill. I don't even have the money to get her hot soup. Because Mr. Scrooge hasn't paid me yet. Извините, я не могу сейчас с вами говорить. Моя дочь больна. У меня даже нет денег, чтобы приготовить ей горячий суп, потому что мистер Скрудж еще не заплатил мне. Это, друзья, мотив. Опять же, не будем вдаваться в дебри, в осуждения. Наша цель пока проста. Найти того, кто это все делал. Дальше уже будем разбираться. То есть, а дети — это еще слабое место, знаете. Опять же, в истории, по-моему, даже у них же есть сказка про Эбенезара Скруджа в мост в другой мир. По-моему, была у них. Либо была какая-то у нас игра. Нет, знаете, наверное, это были рождественские истории, скорее всего. Family, да, семья будет. Да, наверное, это рождественские истории. Цветы отсутствуют. И там в конце он типа добреньким стал. В классической истории тоже это происходит. Но мне почему-то кажется, что в этой истории не будет так все хорошо. Вот не знаю почему, мне кажется, что скряга останется скрягой. Буду рад ошибиться, если честно. Опять же, все сцены поиска только по списку идут.
Кислота. Угу. Слишком темно. Так. Таблетки вряд ли. Лебедя нету. Слишком темно. Шучек для бомб. Там пусто, там мы все сделали. Тут пусто. Тут какой-то треугольник. Так, если мы вернемся. Тут же мы всюду все сделали, да? По-моему, да. Так, сходим сюда. Ключ. Ключ. Что за ключ? Ключ. Тут что-то еще есть. Так. Чем-то зафиксировать. Веревкой, лопата, лавры. Еще один орел. Лопата и лавры. Дальше идти не надо. Нас дальше не пускают. Механизм крышки заклинило. Масло. Масло не подходит почему-то. Почему не подходит? Лопата и лавры нам там помогут или нет? По-моему, не сильно. Не хватает одного орла. Так, давайте вернемся назад. Сюда. Так, что у нас осталось? Лавры. Лопату взяли. Как будто бы... Стоп, тут что-то было же. Нет, а это, наверное, все вот эта локация. Это все вот эта локация. Лебедя нету. Тут и рецепта, в принципе-то, нет. Без точных пропорций я могу все взорвать. Абсолютно верно. Это опасно. Так, это что такое? План и книга. Кобры нету, план. Лебедь и план. План Скруджа? Так, Найджел бухгалтер и персональный помощник. Теодор главный инженер. Улика, схема устройства. Хорошая улика. Чего не скажешь. Это бесполезно без перьев. Специи, кружка. Метелка. Наполнить ее маслом. Так, есть. Спички. Забери устройство из почтового отделения. Найджел. Так. Так. Рецепт. Рецепт. Ой. Световые бомбы. Специи. Книга, лампа. Поварёшка. Книгу надо открыть. В книге 100% будут какие-то даны ответы. Световая бомба или просто лампа. Так, это что? Суповой набор. Ну, блин, это все для этого. А это что такое? Атрибут мага. Зачем? Зачем мне атрибут мага? Зачем мне атрибут мага? Таблетки, лавры, лопата, книга, там кобра нужна, специи, кружка. Это все вот надо именно
Бульон просто сделать надо. Так. 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 Вкусный теплый бульончик. Держи, дорогая. Did Mr. Scrooge send you? I'll answer whatever questions you have. Спасибо, вас прислал мистер Скрудж. Я отвечу на все ваши вопросы. These do look familiar. I work for Mr. Scrooge, but he pays so little, I also work in the circus. I don't know where you got these, but they're not mine. I keep my props in the wagon in the square. Check if you want. Они выглядят знакомыми. Я работаю у мистера Скруджа, но он так мало платит, что приходится подрабатывать в цирке. Я не знаю, где вы их взяли, но они не мои. Я держу свой реквизит в вагончике на площади. Проверьте, если хотите. Я склонен верить, что он не преступник, и тогда моя теория прям... Кто, что, зачем и почему. Видите, опять, друзья, повторная сцена поиска и опять только по списку. Это какой-то нос или ручка, или что это? Так это как будто бы башенка. Колесико, может, это не колесико? Сюда нет. Где колесо? Может, такое? А может быть, это, кстати, отсюда в теории. Так, бусы, венок. Чё-то с венками у меня сегодня как-то не очень идет, друзья. Пирамида и звезда. Так, звездочка. Звездочка, да? Надо тебя добить каким-то образом. Я почему-то не вижу больше. Где этот чертов венок делся? Вот он. Вот и звездочка. Все, отлично. Кобра. Значок от книги. Так, так, так. В этой книге отсутствует страница. Паук-король Навиан. Научное название Пеленобиус мутиус. Мутицус. Является видом тарантул, обитающим в Восточной Африке. Это единственный вид. Укусы этого паука вызывают сильные галлюцинации. Короче, тот, кто подкинул, фактически... Точнее, там явно, что кто-то подкинул того паука, что мы видели, когда у меня как раз техническая, так сказать, проблемка произошла. Вы, наверное, может, даже не видели его. Там, короче, пробежал паук. Вот. Не понял. Так, а я что только что сделал? Вставил. Что дальше? Ничего не понял. Друзья, отбой паники. Нашел я сугроб. Блин, честно, я перепугался. Думаю, не дай бог. Что-то они не сделали, но вроде бы все обошлось. Да, как-то так. Нашел сугроб, поэтому все может быть и хорошо. Хотя странно, да, вот что бы вы делали на моем месте? Вам дали штуку, которая... должна была открыть и подтвердить слова, либо не подтвердить слова. А у нас ничего не поменялось. Мы вставили, и ничего не случилось. Так, тут есть доминошка? Нету доминошки. Не ожидал, что мы снова встретимся. I don't know anything about Mr. Scrooge's drugs. It's just a basic sedative. If you'll excuse me, I heard that Mr. Scrooge is feeling worse. I don't have time to answer any more questions. Я ничего не знаю о лекарствах мистера Скруджа. Это простое успокоительное средство. Слушайте, вот как интересно, да? Вот ты ничего не знаешь, и в то же время ты знаешь, что это успокоительное. То есть он сам себе противоречит в двух предложениях. Простите, я слышал, что мистер Скрудж чувствует себя плохо. У меня нет времени отвечать на вопросы. Еще одна улика. Она ушла сюда, но почему-то
Блин, как-то странно работает все это. Сыр. Письмо Теодора. Мне нужен ключ. В механизме чего-то не хватает. Шестеренки нет. Нет. Доминошки нет. В механизме чего-то не хватает. Я не очень понимаю, что здесь может быть. Цветочка, наверное, какого-нибудь еще одного, чтобы их менять местами. Там как будто бы только шестеренки, да? Одна шестеренка пропала. К чем бы уравновесить весы? Сыром? Листиком? Что ты прячешь под лапой? Масленка нет. А если вернуться туда, подождите, а что там осталось? Там, по-моему, только... Неужели тут что-то еще есть? Уже ничего больше не осталось. Пусто, пусто. Опять что-то не вижу. Серьезно? Да нет, сюда уже можно не возвращаться. Где там та карта? И знаете, что странно? Я, походу, пропустил где-то доминошку одну. Потому что осталась только одна локация. Может, еще какая-то появится, правда? Но, блин, я, скорее всего, пропустил где-то доминошку. Кот, масленка. Блин, такие предметы, слушайте, а я ничего не вижу. Одна шестеренка пропала. Есть сыр. Нет страницы. Книжки ничего нету. Тут ничего не делается. Слушайте, а что делать? Что с бонусом? Я должен уравновесить весы. И нигде ничего нельзя сделать. Мне нужен ключ. Ключа нету. Всякая ерунда есть, ключа нету. Блин, и что делать? Серьезно? Ну это точно не ступор, это я такой вот игрок сегодня. Маслица. Так, пошел процесс. Пошел процесс. Весы это здесь. Так. Ключ. Ключ сюда. Так, продаю предприятие Скруджа предъявителю данного контракта. Тракта за один пенни. Так, еще одна улика. Третий финансовый документ. Так, это что? Часть механизма. Вот это вот техническая новостной была такая. Так, я понял. Очень знакомая. Штукенция.
Головоломка старая, как я не знаю что. Головоломка очень старая. Надо все посмотреть. Ага. Блин. Как-то получается, тебя надо сюда. Так, это мы правильно сделали. Дальше. Нам надо поменять местами. Как это сделать? Как это сделать? Подождите. Что мне это дает? Как это, блин, обыграть сейчас? Я это могу только сейчас вывести вот так. А как мне сюда теперь поставить? Либо с этого цветка. Все равно неправильно я делаю. Все равно я делаю что-то неправильно. То есть должна быть либо какая-то очередность. Типа вот здесь наоборот ставить надо. Надо порядок менять, выходит. Они ж так не меняются, правильно? Так, если мы сделаем... Так. Надо наоборот, чтобы ты здесь стоял. Так. Блин, а как это придумать? Слушайте, простая задачка, блин. Тысячу раз такую решали. Это мне ничего не даст.
Я сюда ставлю. Блин, как же сегодня бонус тяжело идет. Это я сюда. Это я туда. Что мне это даст? Вообще ничего не даст. Я, пожалуй, сброшу. Я тут что-то перемудрил. Это должно пойти сюда. Это должно пойти сюда. Правильно? То есть, а это должно пойти сюда. То есть, первое, что мы делаем, делаем так. Потом мы делаем так. Потом мы делаем вот так. Потом так. Потом... Видите, как вот как всегда, в начале запутаешь так, что мама не горюй. А потом начинаешь все это расхлебывать. Мне вот интересно, как я мог пропустить один коллекционный предмет и при этом найти... А нет, он говорит, я все доминошки нашел. А почему тут? А, тут все тоже... Что это такое? Нет, потом сыграем. Так, смотрим. Дурман страмониум. Это зловонный, прямо стоячий однолетник. Свободно ветвящееся растение, которое образует куст до 2-5 футов. Все части растения дурмана содержат опасные уровни тропановых алкалоидов, атропина, гиацинамина и скополамина. Растение обладает мощным психоактивным действием. И это был рецепт. Мне нужен контейнер. Так, листик отсюда. Опять какую-то каку взяли. Усыпить бдительного грызуна. Ну, сыр есть. Не хочет. Нет воды, да? Потерянная страница. А вот и улика. Слушайте, может быть, вообще тут оба хотели обуть этого безбожного скупердяя. Говорит, я не разбираюсь. Подпольная лаборатория. Я не разбираюсь. Так, подождите-ка, а что мне дальше делать? На улицу выходить нет смысла. Куда этот страмониум мне девать? Рецепт. Понятно, короче, сейчас мышку усыпим. Голова льва. Ха. Вот что этот треугольник чертов не открылся. Вот, блин, меня заставили волноваться, думать, что глюк какой-то. Так, ну что? Это фото слишком маленькое. Делаем ставки, друзья. Кто, что, зачем, почему виноват в этом представлении. Так, звезда. Звезда. Что здесь? Так, грибы, пила, цветок.
Прям пила целая. Так, что вот это такое? Зажигалочка, да? Осталась пила. Пила где-то... Ну, видимо, не по центру будет. Мне кажется, пилу бы я по центру заметил бы. Блин, ручка торчала. The truth is, Nigel and I created the ghost. We just wanted to scare the old miser. He makes people work in miserable conditions for hardly any money. But the last straw was when he cancelled Christmas. Правда в том, что мы с Найджелом создали призрак. Мы хотели напугать старика. Он заставляет людей работать в нечеловеческих условиях за гроши. Но последняя капля была, когда он отменил Рождество. But if I were the factory owner, all the workers would be paid a living wage and no one would work on Christmas. Now everything will stay just the same. Полагаю, вы думаете, что совершили доброе дело, разоблачив нас. Если бы я был владельцем фабрики, то всем рабочим платил бы достойную зарплату. И никто не работал бы на Рождество. Теперь все останется прежним. Here's the first financial document, detective. Let it lie on your conscience. Вот первый финансовый документ, детектив. Пусть он будет на вашей совести. Опять же, друзья, нас ставят перед условной моральной дилеммой. Блин, ну, идея понятна. Так, еще головоломка. Я уже тут начал что-то решать. То есть я могу и так менять? Ох, так это надолго. Тут фиксируется вообще, понять бы. Давайте прогоним всюду. Ну, голова где-то сверху должна быть. Хотя можно ориентироваться. Или... Типа кого за решетку посадить, да? Ну, вот здесь снизу призрак, видимо. Это не самая простая. Стоит отметить, далеко не самая простая. Блин, там так быстро мелькает, даже не видно, что ты там правильно, неправильно делаешь.
Блин, слушайте, вот задачка же, да, какая? Я не уверен, что я и тут про... Нет, тут все правильно, отсюда надо идти. Там с руками, что-то рук как-то много у него, да, выходит? Или мне это только кажется? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тут что-то не то с руками, и тут что-то с руками не то. Вот так. Да и тут что-то неправильно. Что-то тут все неправильно. Слушайте, эта рука не отсюда. И это как будто бы ниже должно быть где-то. Типа вот здесь. Вот. Другое дело. Говорю, что-то, блин, рисуешь, бред какой-то получается. И здесь неправильно. Блин, да. Да нет, не так. Правильно, правильно. Правильно. Правильно, вот тут что-то не то. Наверное, надо опустить на одну ниже. И сразу все сойдется. Вон тут пальчик торчит, я как-то даже внимания сразу на это не обратил. О, какие-то лохмотья. Вот тут что-то некрасиво. Опять же. Блин, долгая загадка такая. Так, тут правильно, тут правильно. Может быть, отсюда. Вот здесь что-то не так. Так, здесь неправильное. Здесь неправильно. И вот тут какая-то фигня. Вот здесь фигня, здесь фигня. Так, слушайте, где тут что я еще не добил правильно? Рука, 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 рука. Тут что-то еще должно быть, походу. Хотя не видно. Блин, вот здесь что-то мне вообще не нравится. Какая-то куча мала, если честно. Но по этим как будто бы правильно. Здесь получается неверно, да? Вот сейчас все верно. То есть вот здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. Так, решеточка раз. Решеточка два. Решеточка 3. Вот как-то так пойдет. Угу.
Так. Надо было с этой половины начинать. Тут как-то побыстрее дело пошло. Там я прям очень долго делал. Блин, вот одну берешь, он потом ее, блин, не убирает, когда следующую берешь. Так, дайте-ка я найду вот эту часть. Тут же, блин, ищу непонятно где. Она вот здесь. Поэтому и найти не могу. Она вот здесь. Так, ну и решетка, соответственно, тоже будет здесь. Нет, она будет здесь. Плюс-минус, да. А это будет здесь. Это будет здесь. Не бонус, а прям какой-то этот, жесть какая-то. Дайте-ка я отсюда еще что-нибудь вытяну. Ну, это либо сюда сместится, либо туда сместится. Бородка как будто бы, да? Или костюм. Бородка. Так, вот кусок. Кусок нашли. Это нижняя часть. Это тоже нижняя часть. И вот это нижняя часть. Так, это либо немножко выше поднять надо. Либо я пропустил какую-то... Все, тут точно правильно. Все, там я разобрался. Теперь здесь добить надо. Так. 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 Вот тут некрасиво. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, что у тебя? Вот тут что-то еще не то. Блин, а как-то не так, да? Как-то не так. Забавно, если в конце я что-то не то нарою. Что-то не то, все равно. Что-то я творю не то, блин. Так, тут правильно, правильно, правильно. Правильно вроде бы. Вот тут что-то в пересечениях не совсем сходится. Вот, вроде бы хорошо, хорошо, хорошо. Какие-то детали неверные. Вот так. So it was Nigel and Theodore. They ought to be punished, but I must say I'm impressed. Я впечатлен. Their actions made me examine my own and made me understand how wrong I was. Taking pity on his old employees, Scrooge hired Nigel to manage his factory. Nigel ensured decent working conditions and salaries for all employees. As for Theodore, Scrooge asked him to continue work on one of his inventions, eventually giving way to the age of cinema. And that's the end of my story. Ну, друзья, как-то так. Давайте еще напоследок сыграю я в шашки. Ой, в шашки, в домино сыграю.
Давайте сыграем с ним в домино. Я не сильный игрок в домино. Выиграйте в домино у Снитча, поместите фишки домино с одинаковым значением на любую из сторон поля. Используйте кнопку, чтобы их перевернуть. Ну, у нас одна пятерка. Тут вариантов не шибко много. Дальше. Двоек у нас тоже только одна. Я не очень понимаю, что он там делает. Я просто, друзья, играю. А тут что, все получается? ГГ. 3-3, 5-5. Ну да, я ничего не сделаю. 30-30. Не очень понял, честно, эту игру, друзья. Давайте еще раз. Надо же хоть раз его наказать. Вот. Чем больше беру, тем лучше, я так понимаю, да? 5-5. То есть надо предусматривать, чтобы он тоже много не взял. Ну вот, шестерочку в угол. Сейчас он меня обыграл. Ну и черт с ним, короче. Не сильно я понял, как это работает, но, слава богу, не хочется разбираться, что сегодня как-то мне тяжеловато. Головоломки всякие вот эти идут. Да, наверное, такая небольшая уже усталость пошла. В целом, друзья, честно, но вы видели все сами. Многое сказал при прохождении бонуса. Мне кажется, что все-таки бонус... Чувствуется некая халтура, и даже если вот взять отдельно бонус, посмотреть, что есть, опять же, идет какая-то известная история, да, и они ее просто подали в немножко другом антураже. То есть, если, допустим, мост в другой мир, там сказочный антураж, они подавали в сказочном антураже. Здесь более такой антураж, более мрачный. Здесь проучить решили именно в виде привидения. Но, опять же, человеческая мораль, точнее, мораль этой истории все-таки, в принципе, предельно проста. Я думаю, как и в оригинальной истории, типа Скрудж все понял и решил отблагодарить, условно говоря, тех, кто старается. И от этого скрягой, наверное, он не перестал быть, если так уж серьезно разбираться. Но оценивайте сами, как вы считаете, насколько бонус уместен после основной главы. Мне кажется, это совсем не то, что хотелось бы видеть. И самое... Я расстроился больше всего, что не увидел результата моего выбора в основной главе. Посадили девушку, не посадили, ну, точнее, Ребекку, девушку там, или не посадили. Вот это для меня прям абсолютно непонятно, почему разработчики не дали ответ на этот вопрос. По-моему, это очень важно. Я эту дилемму решал несколько минут, там, наверное, 3-5 минут я точно думал, рассуждал вслух. Ну, я считаю, моя точка зрения логична, понятна и законна абсолютно. То есть, как-то я не буду повторяться, что я там рассуждал, вы все слышали сами после прохождения основной главы. Но вот сейчас меня терзают противоречивые чувства, как оценить можно эту игру. Вы знаете, вот я бы посоветовал всем играть только в основную главу, а бонус даже не трогать. Бонус, честное слово, он портит впечатление от игры. Во-первых, там есть технические проблемы, чувствуется халтура в некоторых местах. То есть реально разработчики, вот, то есть есть там несколько отделов, и некоторые отделы действительно выполнили то, что им заказали, они это сделали, а некоторые отделы как будто бы времени не хватило, сил не хватило, там кого-то уволили, поджимают сроки. И все это вылилось в невзрачную главу, заезженную историю, которая не очень-то интересна. Единственная связь — это буквально просто одно имя — детектив. То есть могли придумать бы что-то более интересное. К сожалению, как-то так, поэтому я, наверное, основной главе поставил бы девятку. Для первого вот блина, это был первый блин, по сути дела, он получился очень вкусным, таким маслянистым, вы знаете, со своей какой-то вот условной пропорцией, которая, я думаю, понравилась очень многим. Мне кажется, смотреть такое даже интересно было. А вот бонус, он не отличается ничем абсолютно от того, что мы видим в десятках других современных игр. И к тому же с рядом технических проблем. Поэтому основная игра 9, бонус что-то в районе шестерки. Ну вот, средний балл уже выводите сами, что вам ближе. Вот такие вот, друзья,
дела. Прошли мы первую часть. Обязательно будет продолжение, так как человек, который просил пройти шестую, я думаю, попросит пройти вторую, пока мы не доберемся до той, которую хотел бы видеть он. На сегодня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока.